Și în acest context, iarăși, cum am spus, solicităm să fie admis plângerea, să fie constatată discriminarea și să fie înaintate autorităților, eu zic, Guvernului, o serie de recomandări de a modifica cadrul normativ în scopul ajustării prevederilor legale la prevederile articolului, la prevederile legii 60 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități și la prevederile convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități pentru a exclude eventualele interpretări în vederea restricționării câinilor însoțitori. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Vlad, doriți să lucrați ceva în special în partea ce ține de cum dumneavoastră ați fost afectat de acest accident și ce se întâmplă acum cu câinele dumneavoastră în situație? Это вопрос не или предложение рассказать, защитить тоже свою позицию? Это вопрос, в принципе, адвокат представил вашу позицию и изложил да, ее. Да, у меня есть дополнение к тому, что да, мы если есть дополнение. Да. Что происходит в данный момент с вашей собакой? С момента, когда у меня собака поводырь, когда мы были дискриминированы с номер один магазин, в номере один магазин, да, в тот момент у меня произошли другие вещи. Произошли и хорошие вещи. То, что Республика Молдова, по крайней мере, наш Кишинев, стал лучше относиться с более с пониманием к вообще к понятию о собаке-поводыре. Я знакомился также с номер один магазином, который давал информацию вам с их делом. И меня, значит, хотелось представить вот эту вещь, которая выдается. Сидите, сидите. Я должен встать, мне надо поставить. Которая выдается в школе, после чего заканчивается обучение собаки, в связи с тем, что я незрячий, то, что у меня ну, есть то, что у меня нет ни родителей, никого, мне кинологический центр, когда обучали собаку, они ее обучали на первичных началах. Есть специальная группа волонтеров в Москве, которая специально берет собак, обучает именно для инвалидов, потому что 700 тысяч рублей, которые просит государство от инвалидов по зрению, потому что они выделяют очень мало для них, а за деньги они быстрее доставят, вот, то это очень много, и не всем по карману. Вот, это одевается на собачку мою, и это ручка, и поэтому предложение привязать собаку к чему-то, или как они сказали, что два года тому назад у них был человек с собакой-поводырем, они попросили его привязать собаку, он их послушался и привязал. Два года тому назад я был с собакой-поводырем, смял у них там, если надо, я вам представлю фотографии, я там бою дичевал в том номере в один магазине, и мне стало смешно, потому что когда они мне предложили поставить собаку, ну, смешно стало с того, что они вам здесь написали, что был у них какой-то человек, то я отказался это сделать и сказал, что я пользуюсь своим правом. И мы, мы вошли спокойно в тот магазин, потому что люди уже, которые немножечко ознакомлены с Российской Федерацией, защитили мое право, потому что они знают, что там это очень строго. Вы с этим оборудованием заходили в магазин, когда оно было на собаке? Сейчас? Когда я заходил, был у меня поводочек, но на нем была специальная шлейка с крестом, совсем есть еще одна, я дома ее не нашел, где-то она завалялась там, которая, да, они видели, там было написано на английском языке и на русском, и крест был поставлен. И люди и начали тоже возмущаться в том номер один в магазине, и начали говорить, так смотрите, у него же там есть крест, там написано, что это поводырь, вы должны его пропустить. Но цели охранников не было того, чтобы на, они не прицепились к наморднику. Они даже не прицепились к наморднику, написав вам. Они не написали, что там у собаки не было намордника. И это тоже одна из причин, почему они не приняли. Они не написали. А когда они написали, значит, они не видели мотива. Они написали другое. Они написали, они говорили, утверждали, что я вижу. Вот. И у меня есть этому подтверждение. Но сейчас потом отдаю поближе. И вот это, как видите, она не привязана. И даже если бы это был другой человек из России или откуда-то с собакой по водоем, как они утверждают, что два года кто-то назад был, он бы не мог привязать собаку, потому что где? Как?
Вот эта ручка специально за нее держится. Это выдает только собакам, которые закончили школу. Ее на простом базаре не найдешь. Я, как не вижу, пользовался своим средством передвижения мяу. У моего адвоката произошло сомнение, могу ли я передвигаться с палочкой. Палочка для инвалида незрячего дается для того, чтобы ощупывать в близости пространство. Вот когда мы обучались с моим мяу, у нас был такой инцидент, что после школы мы шли домой. И я чуть не упал туда, в ту дырку, в яму, потому что мяу не хотел идти вперед. Я начал его ругать, говорю, иди вперед, он не шел. И когда я начал щупать палкой, моя палка опустилась в яму. Ну, там 2 метра, поэтому до толка не дошла, но факт в том, что собака категорически отказывалась идти. Она в действительности знает препятствия, и более того, собака, нас когда обучали, нас обучали, что я должен всегда идти по одному и тому же маршруту. Когда я иду из дома, я должен идти, допустим, у меня ближайший магазин Линелла. Я должен дойти до Линелла магазина. С Линелла нужно мне это, не нужно. Я должен зайти в аптеку. С аптеки я должен зайти на остановку, та, которая напротив остановки, которую буду переходить, и потом перейти дорогу. Это для того, чтобы собака запомнила все эти нюансы, потому что иногда мне понадобится в магазин, а собака меня поведет на остановку. Собака работает конкретно на рефлексах памяти. Она не работает как Google синтезатор или еще что-то. Она работает, запоминает. И потом она без того, чтобы спросить ее, кто-то или что-то, ей можешь сказать в магазин, она уже знает, куда это вести. Понятно. Дом Влад, у меня к вам вопрос такой. Я еще не закончил. Чтобы мы разговаривали не в целом о том, кто такие собаки поводыри, а конкретно о том, что произошло. Да. Итак, когда я зашел туда, мне сказали, что купюсу Ешафару. Мне, во-первых, не понравилось, что он мне сказал купюсу. Я говорю, что вы сказали? Я сделал вид, что я не понял сначала. Он говорит, кукынили Аичину сыпать. Я говорю, да, я вот такой, кукынили сыпать. Но кукынили гид сыпать. Ну, и здесь Саша Леча, делаем спуни. И он говорит, я у вас зик Леча, как есть, шай зэш, дол зэш, умту чинч. Да, я вот зэш, ну, и здесь Саша Леча. Я говорю, позовите тогда администратора. Позвали администратора. Пока мы звали администратора, там был другой охранник, который все время настраивал его хандетейлуем и матами крыл постоянно. Вот. И вот так ходил, и все время вот так бил, вот так вот бил, ходил вокруг этой кассы, где я стоял. Пришел администратор. Она говорит, ну и здесь Таша лечит, требуется и шицефан, либо да, слово говорил фурмоз. Я ей сказал, что я не могу, мне надо пойти купить кушать, и я ухожу, потому что мне нечего здесь искать. Она говорит, мы вас не пустим сюда. И в этот момент, пока мы с ним разговариваем, он меня ударяет. Тот, который все время вот так вот ходил, он меня ударил. Я говорю, я вначале оторопел от такой милости, добрости. Я удивился, что этот человек при администраторе такое сделал. И я говорю, может, зачем вы меня ударили? А он мне говорит, что кто тебя ударил? Понимаете? И в тот момент я был аж в шоке, знаете. И потом после этого он начал материть мне про что-то с колдутином, это вот. А я ему сказал, иди сам туда. Тогда он ударил меня, ударил собаку по животу. Собака выпрыгнула из магазина. Люди побежали за ней, чтобы вытащить. И сказали, когда привезли назад, они сказали, что если бы они ее вовремя не собрали с дороги, ее бы сбила машина. Это раз. Это на камере не показано. Потом он начал раздеваться, чтобы снимать вот этот бейджик свой, чтобы никто не видел, что он что он работник магазина. Понимаете, все было уже задумано, продумано, с умом. Типа что, но в этот момент там уже другие подошли, охранники тоже, кто-то из людей, может, придерживал его там. Начался вот этот спор. Вызвали Беркута, пришли уже Беркуты. Вот, и уже попросили меня выйти, они сказали, мы ничего не имеем с этими охранниками, они говорят, мы просто должны выполнить свою работу. Позднее они выслали, вот Олегу Бреге выслали видео, которое они лично снимали со мной, ну там я оборонялся, высказывал свою точку зрения, но также они высказали, что в действительности, когда они пришли, охранники не очень мило разговаривали, с их стороны было тоже нарушение. Вот, и
Ну вот так. И мы больше не заходили в тот магазин, но как бы я там положил палатку свою, чтобы протестовать против них. Но там ходил, горел с кассы все время возле меня, там на Влада наезжал, говорит, зачем ты рассказал, что его ударили, зачем ты свидетельствовал, там угрожал ему в тот вечер, когда Олег к тебе, он приходил, что-то говорил там. Вот. И, в общем говоря, у меня украли там вещи в той палатке, и я решил перейти на палатки там, где в парке Стефан Челмари. И потом уже и эту палатку украли, и уже я остался без палатки, я уже ушел домой. Вот. Но не в этом дело. Факт в том, что номер один магазин также утверждает, что они меня не обижали и не оскорбляли. Вот публика ТВ, благодаря тому, что она взяла интервью у номер один магазина, она 80-90% помогла номеру один магазин, но 90% помогла и мне. 10% она помогла себе, то, что она сделала себе. Она взяла без моего ведома все интервью. Там, где писала от моего имени, она писала, что это типа я им говорил, я им ничего не говорил. Но здесь, в этом статье, если можно, чтобы зачитать ее вслух, она очень короткая, но это очень важно. У вас этого досаги нету в деле. Если можете, вам тогда мы но я бы хотел, чтобы она была зачитана. Зачитайте. Кто-то может помочь мне? Вот это все, что там написано. Это очень важно. Нет, нет, это что-то новое. Слабовидящему мужчине не разрешили зайти в супермаркет на Чокана с собакой-поводырем. По словам работников магазина, клиенту предложили помощь консультанта. Однако молодой человек ближайшего его оскорбляли и даже применили силу. Я пытался им объяснить, что без собаки я не пойду. Мы с ней в Москву ездили, там учили, научили быть поводырем. У нее есть подтверждающий чип. Но мне предложили закрыть рот и уйти по-добру, по-здорову, пока не поздно, сказал житель столицы Олег Адриан-Вал. Правда, на кадрах с камеры видеонаблюдения видно лишь, как сам слабовидящий машет рост и ударяет охранника. Но с какого момента предоставлен на съемке, что было до того момента, никто не знает. Представители магазина с нами общались на пороге. Мы ему объяснили, что входить в магазин с собакой нельзя. Он, кстати, видит, вот, не совсем слепой. Вот, все, больше не надо читать. Вот это мне нужно. У нас тут, тут продукты питания, с собакой нельзя. Людям это не нравится, многие боятся собак, они возмущены таким поведением. А он стал бить охранника, который с нами спокойно говорил. Вот. Факт в том, что вот, видите, они... Скажите, пожалуйста, у вас какое зрение? Что у меня север друг. Я инвалид первой группы по зрению тотально незрячий, у меня нету ни тени, ни даже... У меня еле-еле светоощущение. Левый глаз у меня атрофия зрительного нерва тотальная, а правый глаз у меня наливает. И вот, видите, они даже тут в публике утверждают, что, кстати, он видит. Понимаете? И они людям там тоже говорили, что я вижу. И они не пишут, не признают меня как незрячего человека, а пишут как слабовидящего человека. Окей, смотрите, это, меня... это что опубликовала публика ТВ. Мы сейчас рассматриваем слова номер один магазина, который говорил им, который показывает второе лицо того, что они считают. Понимаете, они меня тоже дискриминируют тут. И тут у меня полно есть доказательств, что как бы тут нарушены мои права. И вот когда меня начали, когда начали разборку, это уже пришла полиция. Полиция нас не поддержала. Как тут в конце написано, тут тоже есть подтверждение, что Галушка Петру сказал, что в действительности здесь продукты, и тут нельзя заходить с собакой. Они сами не знали этот закон. Я когда сказал дому Георгий, я как полиция нужды или часто, к избунке я как номер магазин коррект, что мы эти партии, к колопродукции, что на этой обстановке, дайлочку нужды, что я вам дал тот свой бяст, куда мне лучше и по накумам систык, ну, экзист аша лечи. Вот так. Он утверждает, что ничего не было нарушено. Петру Галушка, это тот, который рассматривал это дело, их привлекли к ответственности. Я думал, что она рассматривается, это дело. Но так я помню, что это конечный ответ был у меня. Хулиганизм мелкий. Они признали, что там был мелкий хулиганизм со стороны номер один магазина. Все. Больше ничего у меня нету, никаких подтверждений.
То, что они срезали и послали вам это видео, там, где я обороняюсь, да, я имею право, как гражданин, во-первых, защищать себя, защищать свою собаку, поводря, потому что это мои глаза, и я категорически против того, чтобы кто-то посмел поднять на нее руку. Или ногу, тем более. Потому что они ее ударяют, а лечить мне, мне государство не платит то лечение собаки поводря. Я хожу в государственную клинику у нас здесь, на, и там люди иногда просто делают мне скидки, иногда, может, где-то что-то не берут, когда надо лечить собаку, но это потому, что они так хотят, а не потому, что государство мне выделило какие-то специальные материальные помощи и так далее, чего я, конечно, от них и не требую, потому что мы немножко уходим в сторону, не по сути вопроса. У меня вопрос к вам сейчас. Что у вас с собакой? Я смотрю, вы сегодня без видео. Сейчас расскажу. Насчет видео я не закончил еще. Насчет видео они срезали ту часть, где охранник меня ударял. Вот я Владу сказал, он делал некоторые фотографии, это мой свидетель, он сидит в коридоре, который может даже подтвердить, потому что они утверждают всем, что они меня не ударяли, что это все вранье, и что они не матерились и не общались со мной. Это вот там они сидели. Касательно собаки поводыря, у меня уже лопнуло терпение спорить со всеми. В другие магазины я тоже захожу, конечно, но есть, которые немножечко возмущаются там, но, как говорится, не так, как в номер один магазине у меня было. Вот сейчас последний раз, после чего я дал собаку поводыря, я был на Кодице в номер один магазин, тоже начался у меня проблема, я позвонил в полицию, позвонил Олегу, попросил, чтобы помогли мне снять еще раз, потому что у меня же есть номер один магазин, есть эта проблема, значит, надо показать, что они повторяют ее, как бы. Но после этого вроде бы там все загладилось как-то, спокойно все, и не понадобился лишний шум. А собаку я решила дать в добрые руки, потому что из-за того, что ее били, из-за того, что мы заходим даже в троллейбус, говорит, о, ярко ее увидит. Понимаете, агрессия этих людей пугает собаку, потому что у меня собака не охранная, она у меня очень пассивная, очень добрая, и она очень пугается, когда начинает орать, допустим, или что-то. И он, инстинкт самозащиты, уводит меня в сторону от этих людей, потому что он не может там кусить, но он может увести меня оттуда. И вот, и когда в магазины я пытался заходить, в любые, он уже после чего нас там ударяли в магазине, у нас были еще в одном магазине проблемы, там извинились перед нами, и поэтому, как говорится, после этого у меня с ними проблем не было. Но факт в том, что там тоже ударили нас, смял. И в итоге, что собака стала бояться людей. Когда мы в России были, у нас такого не было. И я, когда увидел это, я сказал, что моя собака поводырь превращается просто в обычную собаку. И я, как и номер один магазин, я с ними солидарен. Они исключают закон о том, что собака поводырь не должна, не существует такого, что есть просто собака. Они говорят, что собака не должна входить в магазин. Так и я говорю. Магазину не нужна собака в магазине, а мне не нужна собака в доме. Мне нужна собака поводырь в доме, мои глаза, которые будут меня водить. А если общество Республики Молдова превращает мою собаку поводыря в простую собаку, то я хочу сообщить, что я не в состоянии, во-первых, содержать просто собаку, потому что за ней нужен уход, а во-вторых, я не был заинтересован, когда брал собаку поводыря, для того, чтобы ее брать в качестве просто собаки или просто, чтобы мне скучно не было. Я ее брал для работы. И это я подтверждаю тем, что сейчас, вот вчера уже были люди, я 23-го попытался дать добрые руки, они его выбросили, потому что там умер человек, родственники не знали, выбросили эту собаку. И вот позавчера нашли ее, и вчера я ее забрал, и вот пришли другие люди, и у меня есть видео, где уже я вручаю лично в руки, и уже будем контролировать с группой, которая помогла мне найти их, добрый хозяин. Я написал там, что из-за того, что мою собаку поводря общество не признает, я должен ее отдать для того, чтобы она не травмировалась. Потому что я никогда не бываю дома, она одна будет. Она будет выть, потому что она не привыкла находиться одна. Она будет портить мебель, будет портить все. А со мной я не могу брать собаку поводыря, потому что общество неадекватно ведет. Я считаю, мы были в гуверн, в правительстве, и там на Конрук был консильер.
Мы рассказали эту историю с номером магазина, но она знала об этом. Она говорит, что это была дискриминация с их стороны, они не имели права собаку поводыря не впустить в помещение. Вот. Но мы тоже ждем от них ответ, их решение уже третий раз. Хорошо, мне понятна ситуация, то есть получается, что из-за вот такого агрессивного отношения вы не можете пользоваться собакой-поводырем. Потому что соответственно, у вас общество из-за того, что не воспринимает собаку-поводыря как именно поводыря, да. У вас тоже ограничены возможности в передвижении. Конечно, да, мне очень тяжело, я понял, господин Влад, я понял, и еще один вопрос к вам. Можете присаживаться, чувствуйте себя удобно. Магазин номер один также отметил в своем ответе, что они предложили привязать собаку и что вам предоставят человека, который сможет вас провести по магазину для того, чтобы вы купили то, что вам необходимо. Позвольте прокомментировать. Почему вы не воспользовались этой возможностью? Позвольте прокомментировать. Когда я зашел, у меня был сопровождающий план. И когда я зашел, у меня был сопровождающий мяу. И когда я пришел, они не предлагали мне собак сопровождающего со стороны номер один магазина, потому что у них не существует консультантов, как они утверждают, это и предоставляют вам какие-то доказательства, бумаги, я не знаю, что они там предоставляют. Но не факт в этом. Факт в том, что предложение поступило, после чего меня уже ударили. Вот в чем произошло. От администрации. Сказал, давайте мы тогда вот дадим вам сопровождающего, вы привяжите собаку поводыря. Я сказал, у меня существует закон, который защищает мои права. 60-й закон, 20-я, часть 5-я, которая говорит, что собака поводыря имеет право войти. Поэтому я, имея, и показываю вам еще раз, что не предусматривается, чтобы собака поводыря была привязана, вот эта ручка вам полностью подтверждает. И чем я буду привязывать собаку? Штаниной своей, сниму с себя штаны и привяжу ее, понимаете? Вы говорили, что у вас тогда был поводок. То есть, а если бы его не было? А я не хотел, у меня есть закон, в принципе, я мог пойти на уступки, если бы они не хамили мне. И не это вот. Но у меня дело в том, что собака-поводырь предусмотрена законом, чтобы она входила. Я хотел воспользоваться тем законом, который Республика Молдова для меня его создала. А во-вторых, зачем мне был с их стороны сопровождающий, если был у меня Влад? Они обманывают. И Влад им тоже сказал, как вы говорите, что мне нужно. Он им сказал, я сопровождающий. Понятно. Понятна ваша позиция. Вот еще после Амуинты Барышевы, мои журидик Осу Формулес, кум консидерация. Часто ситуация, когда магазин пропус о персуана, где ажутор, пентру, эффектуаре, температуре, лор, птец консидерация стейка у Мусуя для адаптаре резонабила сауну. Eu cred că, în primul rând, în practica rețelelor comerciale din Moldova, există o practică nocivă de a include semnul ăsta interzicerea câinilor, accesul câinilor în rețelele de comerț și de a propune anumite persoane însoțitoare. Eu cred că este o măsură bună, ce au propus ei, dar nu este o măsură de acomodare rezonabilă pentru persoana cu dizabilități de vedere, fiindcă el deja era însoțit de o persoană. Câinele avea rolul doar de a-l feri de bariere, de a se deplasa autonom prin intermediul magazinului, deoarece câinele nu poate ști unde e sectorul de pâine, unde e sectorul de lactate, unde e sectorul de fructe, de legume, de pește, ce are nevoie cumpărătorul cu dizabilități de vedere. Câinele doar te ajută să te deplasezi autonom prin intermediul magazinului. Eu cred că ar fi normal ca Consiliul să emită o decizie și o recomandare, și nu știu, Ministerul Economiei de a introduce o practică pozitivă de semnele astea cu accesul câinilor interzis să rămână, dar să fie pus o notă suplimentară de sub, cu excepția câinilor însoțitori. Da, în Rusia așa ceva este, în Germania tot. Fiindcă, până la urmă, legea 60, cum am spus și Oleg, cum spunem și noi, prevede accesul fără restricții pentru câini. Adică el poate să intre chiar și fiind însoțit și de o,
de un consultant din partea magazinului. Consultantul este ca un, ca o persoană care să-l ajute să-și spune, uite, vreau brânză de felul respectiv sau vreau lapte de jumătate de litru, dar nu de un litru. Pentru că câinele nu poate să-ți spună, uite, sau să-ți apuci câinele, sau o cătletă vrea. Câinele doar te ajută să mergi fără bariere, să nu dai în stâlpi, să nu dai în oameni, să nu dai în rafturi. Și el nu umblă pe la cotlete, că a fost la videscă, îi pe dânșul îl învață în școală. Însăși accesul câinelui în rețelele de magazine și în rețeaua de transport reprezintă deja o măsură de acomodare rezonabilă pentru persoana cu țărbități de vedere severă. Asta este unul din mijloacele care și el deja a fost restricționat prin referire la diferite tipuri de acte normative, cu că o să mănânce alimentele, că o să le contamineze cu paraziți, că nu știu ce. Я хочу, чтобы себя скорбило, что мою собаку поводыря, которая обучалась в школе полгода, для того, чтобы мне ее превратили в простую собаку и предложили привязать. Я же видел, что это прямой намек был на то, что это не собака-поводырь, что это просто ваша личная идея, да еще и вы просто притворяете, что вы не видите. И для меня это был как дискриминационный шаг попытки оскорбить мою личность и мою собаку. Потому что оскорбляемая собаку не оскорбляли меня. Значит, они подвергали мне сомнению. Я просто вспомнил, что ситуация, в которой петиционер увидел он кыне де компании, а если по нему кыне, он чуава, он бульдог, чего... Asta e clar. Da. Aici, atunci, refuzul de acces rezonabil. Este o măsură de suplimentare de ajutor, dar însăși câinele reprezintă, accesul câinelui însoțitor reprezintă o măsură de acomodare rezonabilă. Care din start a fost restricționat, care din start, poftim, las să meargă și câinele, dar să mai meargă și un însoțitor care să-l ajute și însoțitorul putea să vadă, poftim, să nu, câinele să nu se răpadă la alimente, să nu-i sară purișii de pe dânsul dacă avea purici, eu nu știu ce era acolo. Adică e o situație, nu e o măsură de acomodare, e o măsură de suplimentare de gratitudine, de complezență din partea rețelei comerciale. И более того, у них хлеб, у них вареники, у них вот эти продукты открыты. Я вам скажу, я человек не зря, я проходил один раз, когда покупал себе хлеб, я хотел выбрать хлеб, я же не знаю, что он запечатан или нет. А я вот, представьте, я чешу ногу, я вот потрогаю собачку где-то на улице, и я ставлю этот руку на хлеб, а этот хлеб открытый. И мне стало противно вообще там хлеб покупать. Я подумал, если я так поставил, то представляю себе вот эти бомжи с улицы, которые грязные, воняют постоянно. Они приходят в тот магазин, тоже лапают специально, ну просто не хотят они покупать, нет людей. Дома лапают, остальное есть телеграмм. Ну это тоже и цель гигиены, они же указали, что не соблюдаешь там микрофон. Остай масура де комбатри аргумент в магазине, ну с рефер лакас. Окей. Bine, mulțumesc și poate încă o întrebare, dar răspundeți foarte pe scurt. Dacă cunoașteți practica din alte state, cum accesul cu câinele, domnul Vlad, eu mă refer acum la avocatul dumneavoastră, deci dacă cunoașteți cum este reglementat accesul câinelor în magazine cu produse alimentare. Da, v-am spus, în Franța se permite accesul câinelor, de fapt, nu numai în Franța, ci în România. Eu de spațiul răsăritean nu prea sunt curent, dar în țările Uniunii Europene nu există nicio restricție pentru câinele însoțitor, adică orice lege privind drepturile persoanelor cu țărbități se permite accesul câinilor însoțitor neîngrădit în orice mijloc de transport, în orice unitate, în orice loc unde este accesul liber al publicului. Și pentru aceasta există sancțiuni serioase în cazul restricționării accesului. Vreau să vă spun că în țările în care democrația funcționează, nici nu spune întrebarea, și eu am văzut chestia asta și din punct de vedere a societății. Când am fost la magazin atunci, chiar și veneau trecători de rând, care spunea că trebuie să-i permit, care spunea că câinele asta e fix poziția factorilor decizii din magazin. Ok, există acces liber, nu există o restricție. Вот в Германии, когда я был в кафе, там прям собака поводырь нарисована и указано это место для людей в кафешке. А вот в Россию, когда заходишь, там везде написано
Да, что собака, повторим, ходит даже на транспорте. У нас троллейбус заходит, всегда в Молдове. У нас не написано этого. Мы заходим, мы стоим в этой куче людей, вместо того, чтобы кто-то уступил, и никто не думает из людей, что если уступят мне с собакой, повторим, место сесть, четыре места вокруг места того, где мы будем стоять, освободятся. Понимаете? Все сидят и думают только об этом. Но и ворчат на собаку, ворчат на слепого. А сейчас то, что ты